Доброе утро, Шерегеш. Сегодня 4 число, воскресенье. Мы ведем репортаж с места событий. И мы выезжаем на ротраках. Надеюсь, вернемся все целыми и здоровыми. Продолжение следует. Сейчас, в данный момент, мы едем на микроавтобусе на место действия по очень крутым горам. Я думаю, мы доедем нормально. У нас сейчас надели биперы, взяли расписку о том, что мы несем за все ответственность, и провели мини-инструктаж. Сейчас мы будем погружаться в наш ротрак и подниматься на гору. Мы прибыли на вершину горы Устак. Мы сейчас будем собираться и катиться. Первый спуск был шикарен. У меня минимум 4 уборки. Про остальных не знаю. Но я думаю, что это шикарное начало. We'll be right back.
корреспондент Кузьма, Адзема Пермь. Рассказываю, мы в третий раз спустились. У меня полные штаны счастья и снега. Больше снега, наверное. Было очень круто. Очень много леса. Ну-ка, покажи снежок, что она... Он уже растаял. У нее уже, у нее настолько горячо там, что у нее все уже растаяло. Это круто, народ! Я всем советую приехать в Шерегеш и попробовать именно спуск по фрирайду. Головой вниз в снег. Бомбежки с пятого спуска. Меня тут закапывать пытаются, потому что я вредина. У нас шикарное поле сейчас было. Можете посмотреть. И с этой елы-палы. Мы его не теряем, так что посмотрите лучше на гору, это лучше. We'll be right back.
добрый день. Мы все еще в Шерегеше. Мы уже спускаемся 9-й раз. У нас сейчас будет обед. Вот. Я упал. Люди вроде более-менее целые, энергичные, но уставшие. Посмотрите, какой вид. Спасибо вам. С вами снова Кузьма, затерянный мир, город Пермь. Мы сейчас пообедали, подремали в ратраке и выезжаем на 10-й съезд. Как вы видите, у нас одно русское поле. Я думаю, будет круто. Будем на связи, удачи! Thank you.
И снова здрасте. Как выглядит? Я немножко занят, так что поговорите с кем-нибудь другим. Я тоже занят. Я потерял счет спуском. Один. Я устал. У меня болит нога. Ладно, будем за Валерона говорить. Очень запрем. А? Мы тебя, брат, аккуратнее. Нет, не надо. Ты забыл сказать. Минимум еще спуска 3-4, да? Ну 4 дальше не будет. На 3 будет. 2 спуска. 9 еще будет. Еще 2 спуска. Еще 9. Я думаю, что я выживу. Мы все выживем. Еще 15, короче. Берем forever! Специальный корреспондент Кузьма из Шерекеша. У нас было 12 подъемов. Сейчас у нас будет последний спуск. Мы все очень рады. Народ, конечно, устал. Сейчас мы будем еще идти полкилометра для того, чтобы спуститься. Но скажу так, это, ребята, стоит того. Приезжайте в Шерекеш, приезжайте в той же самой компании. Мы с вами обязательно еще раз пару дней покатаемся. Мне даже уже с ночевкой предложили это сделать. Ну и посмотрите обязательно, почему мы катаемся. Репортаж с места событий. Мы скатились 13-14 раз с этих великолепных гор. Для людей, которые сомневаются, думают, что не надо, что страшно, что там сломаешься и тому подобное, все чушь собачья, приезжайте. Это огромное количество только снега и эмоций. Никаких травм, ничего. Вы просто получаете удовольствие. Пермь из Шерекеша, 2018 год. Спасибо. Газмяс, 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 газмяс. Мы мясо, мы газ.